Телеведущая Оксана Федорова порадовала поклонников провокационным снимком, звезда похвасталась красивым телом. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оксана опубликовала красочное фото, на котором позирует в мокрой белой рубашке. От влаги ткань стала просвечиваться и кое-где прилипла к телу, приоткрыв взору нижнее белье и прекрасной формы барышни. Поклонники были шокированы откровенностью Оксаны, ведь такие кадры встречаются в ее микроблоге крайне редко. Однако они поспешили похвалить телеведущую, во-первых, за смелость, а во-вторых, за изумительную фигуру, какая вы женственная, эталон женской красоты, улыбка, здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, прим. Ред, красота до мурашек, просто божественно красиво, алмаз, фото замечательное, очень красиво и эстетично, лубуюсь, ова романтика, мне мою молодость напомнила это фото, свидание под дождем, ух ты, сиськи какая, вы наша красавица, Оксана, достояние России, не уставали восхищаться звездой поклонники. Добавим, что Оксана уже опубликовала этот снимок, правда очень давно, в июне 2014 года. Тогда этот кадр вызвал настоящую бурю в интернет-СМИ, ведь скандальная фотосессия была сделана лишь через несколько месяцев после того, как у знаменитости родилась дочь Елизавета. Видимо, Федорова понадеялась, что фанаты не вспомнят этот кадр, но попала в просак, ведь самые преданные поклонники дотошно следят за соцсетями телеведущей. Кстати, недавно звезда поделилась с подписчиками секретом своей изумительной фигуры. В соцсетях она рассказала, каких принципов придерживается в питании. 5 дней в неделю я не нарушаю режим питания, за редким исключением, а на выходных могу позволить себе что-то вкуснее обычной будничной еды. «Мой главный принцип питания – умеренность», – написала Оксана в сети.